Почти 3000 жителей Казани не были допущены в общественный транспорт из-за отсутствия медицинских документов с QR-кодами в первый день проверок. Такие данные представили в мэрии. Власти Татарстана ввели запрет на пользование общественным транспортом без специального сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о медотводе от прививки. После этого пассажиропоток в Казани сократился на четверть.